Минск накануне большого музыкального праздника. Завтра в белорусской столице стартует 4-й международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». В год культуры он прозвучит особенно ярко. Об этом и о некоторых других секретах предстоящего форума рассказал сам автор и художественный руководитель фестиваля, народный артист Советского Союза Владимир Спиваков. Он уже сегодня в Минске и успел оценить белорусское искусство. Наталья Бордиловская сопровождала маэстро. Встречу с журналистами Владимир Спиваков назначил не в концертном зале, а в главном музее Беларуси. Маэстр музыки, ценитель и коллекционер живописи. И накануне фестиваля, как зарядка для собственного вдохновения и как вступление в наш год культуры, его знакомство с графикой Гойи, Пикассо, старобелорусскими иконами и полотнами Ивана Хруцкого. Еще и знаток изобразительного искусства. В Национальном художественном музее Спиваков давно хотел побывать, но сегодня впервые. Не просто с экскурсией. По-музыкански оценивает акустику залов. Есть идея в будущем именно здесь организовать одно из камерных фестивальных выступлений. Здесь у нас такое открытие, концерты, здесь выставляем стулья, здесь хорошо гудит. Ну тут немножко гудит, лучше, конечно, в старом здании. Шедевр из Минска маэстро увезет с собой в Москву вот в этом презентабельном альбоме. Подарок от Национального художественного. Фестиваль еще не начался, а Спиваков уже ждет впечатлений от встречи с белорусской публикой, ради которой 4-й раз в рамках форума, а в целом уже пару десятилетий навещает Беларусь. Тут особая атмосфера. У меня в Беларуси такое сердечное притяжение. Дирижер завтрашнего открытия фестиваля Спиваков успел встретиться и с оркестрантами Большого театра Беларуси. Буквально через несколько часов по прибытии в Минск маэстро провел репетицию с коллективом. Отзывы как о профессионалах. У нас очень хорошо прошла эта репетиция. Мгновенное понимание, очень мобильный оркестр, прекрасно звучит. Я просто, честно говоря, вот мне пришла такая мысль, ну, должен на такой оркестр вместе с театром выезжать за границу. 5 концертов за фестивальную неделю. Встреча с талантливой молодежью Белорусской академии музыки. Творческая поездка в Могилев. В год культуры в Беларуси фестиваль обещает прозвучать особенно ярко. И не только благодаря мировым звездам, которые соберутся в Минске. Фестиваль 4-й раз финансово поддерживает генеральный партнер форума. Владимир Спиваков приглашает белорусский Альфа-банк, слоган которого звучит вполне музыкально, в ритме жизни. Это одно из самых значительных культурных событий в Беларуси. И мы каждый раз говорим, как здорово, что этот фестиваль проходит, и то, что у нас есть счастливая возможность быть рядом вот с этим фестивалем. Старт фестиваля будет дан завтра вечером на сцене театра оперы и балета. В программе «Вива ла опера» хиты жанра исполнит гости Большого, прима мировой сцены, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава. Наталья Бордиловская и Виктор Борисов, агентство теленовостей.